Оп, команды не было. Готовы? Да. Поставили. Стоп. Я же сказал кому. Нет. Стой, боец, кто здесь? Я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вы придите сюда. Да. Двигайтесь сюда. Два человека. Приготовился. Никита и Вика приготовили. Да, приготовился. Сейчас вы все должны перейти отсюда сюда, а я смотрю. Команда, которая последняя, получает перерыв. Еще раз, боец, посмотрите внимание, боец, не стойте вот так, вот как футбол, это не футбол, это лупка, лупка, встаньте сбоком, смотрите, вот смотрите, я стою, да, чуть вперед, хоп, движение, хоп, движение, да, смотрите, да. Нет, работай, качаться, блин! Нет, как футбол играть! У тебя ничего не болит, так работай тогда! Я твоим родителям сегодня буду звонить. Наверное, я тебе питание решу для начала. На неделю тебе. А потом в лице я выиграю. Кирилл, помнишь, ты не работаешь, Андрей? Нет? Если я сел в тарелке, ну, спроти. Любое лице я не учи себе. Можешь сюда вообще не приходить. Пришел, надо работать. Привык. Деньги, я вам еще раз хочу сказать. Вы еще раз, ребята, девчонки, боец, вы учитесь в этом лице, вы обязаны ходить. Я знаю, что есть, что многие, или сердце плохо работает, еще что-нибудь. Вы попали ко мне, фигня от меня уйдете, и я вас буду давить, и вы будете бороться хорошо, и будете здоровыми. Вот там кто-то занимался у меня, посмотрите, они как ходят, вообще нули, боец, ходят такие мертвые, блядь. Мертвый твой! Хаджи! Пошли! Вот такая команда! Еще раз. Шаг, разворачиваем ногу. Вот. Смотрите, раз, два. Движение. Вот. Раз, два. Другая нога. Смотрите, вот. Раз, развернули. Два. Пошли подтечки. Пошли. Уно, дой. Уно, дой. Уно, дой. Хорошо. Хорошо. Уйдите оттуда от камеры. Поломается камера.
Так, Матео, быстро сели. Быстро сюда. Быстро сели. Бумажки с собой возьмите, да, на память. Поставите на стол потом. Поставьте потом на стол. Так, передняя подсечка. Сначала с колен будем делать, потом со стойки. Так, Рада, ты не плачь. Значит, смотрите, только колени не доставляют, то я без щитков. Значит, когда мы боремся, я делаю заднюю подножку. Сюда влезаю, и сделал заднюю подножку. Иди сюда, пожалуйста. Отсюда беру захват. Сейчас. Беру захват отсюда. И заднюю подножку. Да? Быстро, резко. Но! Он тоже умный парень. Если я делаю заднюю подножку, он раз, сразу ногу убирает. И убираешь ногу назад. Назад просто. Я отсюда хочу. Хоп! Видите, он убрал ногу. Что? Стой так и стой. Туда. Вы видите, он наклонился вперед. Что я делаю? Я разворачиваюсь. Поднимаю локоть, ставлю. Хоп! Получилась передняя подсечка. Чем лучше вы залезете на заднюю подножку? Отсюда. Ра-ра-ра. Я здесь, я просто палец не держит, выбил меня в боле. Ну как, ничего. Я хоть буду так держать. Еще раз. Посмотрите, я делаю ногу. Видите, он убрал. Дальше. Видите, разворачиваюсь, поднимаю локоть. Ногу поставил. Теперь, если печара жестко стоит, то не надо по ней бить. Стой нормально. Посмотрите. Хоп. Видите? Поставил ногу. Хоп-хоп-хоп. Он должен упасть. Потому что некуда. Некуда. А вы что делаете? Он стоит, двигая ногу. Пью по ноге. Пью. И он не падает. Вот в чем вопрос. Значит, сейчас. Посмотрите внимательно. Цельный ход. И ухожу. Или с тынга, или дря. Хоп. Ножку поставил. Хоп, чистой. Еще раз. Еще раз посмотрите. Посмотрите, не так идем. Потому что так некуда падает. А уходим. Хоп, разворачиваемся. Печуара, печуара, печуара. И вот нога. И вот нога. Раз. Сюда. Еще раз дольше. Двое. Всем понятно? Сюда, садись. Я говорю, они говорят. Ставим вдвоем. Так уйди от него. Пять кругов. Да, вперед. Вперед. И через месяц у нас, кстати, в этом месяце, в конце месяца, у нас будет первенство, не первенство, а международный турнир Лукто-самбо, университет. Лукто-самбо синевой. Андрей Андреевич посвящен Андрею Андреевичу Доге. Поэтому мы должны посмотреть. И на этой, или на следующем, в начале следующей недели делаем компетицию по культура физика. То есть отжимания, подтягивания, прыжки в длину, пресс, соревнования с грамотами и без медали единственное. Да. И есть призовой фонд. $1000. Переходной приз $1000. Поддержал, да, не могу поддержать. Значит, еще раз, посмотрите. Жену, вы должны вот раз, сюда вот, раз, оп, и подсечечку. Встали. Далее! Молодцы. Андрей? Не надо с Андреем. Ты еще ниже возьми. Никита, Андрей, вперед. Никита работает. Фуклязан. Так. Так. Эй! Эй! Что ты смотришь? Миша, возьми его. Дан, идешь к Габи. Так, Саша, берешь Диану. Вика, берешь это самое. А, давай мы попробуем так. Ты иди, пожалуйста, к нему. Диана, а ты пойдешь к Вике. Я посмотрю. Все, Лукрязи, поджимай. Первый номер. Диана, первый номер. Никита, первый номер. На стол положи. Габи.
идешь сюда вперед, посидишь, куда ты приходишь? Еще раз покажу. Посмотрите, дай. Линия. Ну что, 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 ну что,
Thank you.